С детства, сколько я себя помню, на всех полях узоры, на всех полях какие-то цветы, я что-то рисовала, что-то. С детства была очень мечтательная такая девушка, девочка, всегда о чем-то мечтала, к чему-то стремилась, верила в доброе, светлое. Мама даже, когда я все раздала, ну, я любила очень все раздавать, и когда я все раздала, то, что она там, например, не планировала, или там кого-то угостила, или там что-то подарила, она всегда говорила: «Ух ты ж, моя мать Тереза». С детства я всегда любила что-то давать людям, что-то давать. И живопись сейчас для меня тоже возможность что-то давать. И писать, в принципе, я начала, потому что хотелось что-то нести светлое, хорошее людям. Хотелось, чтобы эти работы, они наполняли сердце радостью, душу покоем или заставляли о чем-то задуматься. С детства всегда любила живопись. Для меня это был как способ говорить. Я никогда не была оратором, никогда не любила много разговаривать, но разговаривать через изображение всегда любила. В любых, где только можно было. Люди в цирк, дети в цирк хотели, а я в художественный музей. И мама говорит: «А ты уже все картины до дыр глазами протерла». А я говорю: «Ну мне еще вот эту бы посмотреть и вот эту». Есть картины, которые я очень сильно люблю, потому что как-то особенно, возможно, они коснулись моей души. Когда я пишу, конечно же, для тех, кто будет видеть эти работы, но в первую очередь я следую совету Виктора Александровича Трохимец-Милютина, который, когда я начинала, он меня очень поддержал, сказал, что в моих работах есть душа и нужно работать. И он сказал: «Не изменяй себе». Никогда. Художник, который изменяет себе, который не пишет то, что горит в его сердце, он умрет как художник. Есть работы, которые я очень сильно через них говорю что-то для себя. Эти работы особенно касаются моей души, и мне их особо не хочется никуда отпускать. Есть работы, так как я их называю, промежуточные, они легкие. Я их пишу, когда у меня какое-то легкое настроение, мне хочется как-то передать какую-то атмосферу. Я отдохнула, написала и отпустила. Эти работы, они, как правило, легко и продаются. Очень нравятся людям, потому что они легкие, они дышащие, они необычные. Те, которые смысловые, глубокие, которые я писала как глубокий смысл, они тоже нравятся, но реже. Потому что есть люди, которые не хотят вдумываться в работу, а есть люди, которые глубоко мыслят и ищут в каждой работе: «А что вот, почему вот вы вот именно три ромашки здесь нарисовали?» Задают люди вопрос: «А что вот имеет в виду, вот почему вы одуванчики пишете?» Это люди, как я, они любят также глубоко вникнуть, очень поразмышлять над этой работой. Ну, таких людей не так много. Каждая работа — это особенное переживание. Даже если она какая-то легкая или какая-то более глубокая, для меня каждая работа, я не могу ее писать, если я не лечу в ней. Я когда пишу, такое впечатление, что я не здесь. Словно я там, в этом каком-то мире, в каком-то переживании, дыхании. Я не могу писать то, что нужно. И
даже вот бывает, заказывают у меня работу, и вот вы можете написать, я там хочу подарить тому человеку или этому, и мне там, я вам фотографию дам, я говорю, я не портретист. И даже не потому мне, ну вот вы не можете, я говорю, ну не то чтобы не могу, в принципе могу. Все же зависит от того, сколько ты потратишь на это времени, если оно в тебе есть, оно же талант никуда не денется. Я могу, но я не могу внутренне, не технически, внутренне. Я когда даже начинаю писать портрет, я себе ставила цель, например, там брата или еще кого-то. Сходство есть. Если в этом направлении работать, я могу писать сходный портрет, но я не могу внутренне. Я начинаю зарисовывать, дорисовывать крылья, одуванчики, я не могу. Я очень люблю размышлять. Я с детства всегда была такой. Я не видела просто сверху ситуацию. Я всегда любила докопаться внутри. Как говорила моя мама, ух ты ж мой правдолюб. Я все любила посмотреть. Если это человек грустный, он не просто грустный. Он там что-то есть внутри, там нужно заглянуть. Это, возможно, грусть, возможно, у него не сложенная как-то жизнь. А может быть, он просто устал. И вот это все из-за того, что я люблю размышлять, копать, смотреть, видеть. Я в себе очень много разбираюсь постоянно. И поэтому и в работах я тоже о чем-то разбираюсь и говорю. Либо это, например, душа, как Украины. Я могу украинку написать, и я передаю как бы душу народа. Потому что я размышляю о своей стране, я люблю очень свою страну. Несмотря на то, что мне в ней очень сложно жить. Я очень много молюсь о том, чтобы иметь христианский характер. Каждый человек нуждается в перекорректировке себя, я часто это делаю. Оцениваю свои поступки, действительно ли я живу так, как подобает, действительно ли мои мысли, мой разум, моя воля, мои эмоции, они сочетаются с тем, что я читаю в Библии. И плоды Духа Святого — это тот характер, который бы хотела иметь я. Поэтому я написала их скорее, возможно, для себя. Ну, может быть, и кому-то еще это нужно тоже. Потому что плоды Духа Святого, я когда делала презентацию этих работ, пришло на выставку, пришли люди, и я им рассказывала. И они так сразу немножко, ну, вот как бы христианская тематика. И я говорю, ну, христианство жить не мешает. Если не зацикливаться как-то, не делать каких-то глупостей, да, не какой-то навязчивости, но просто жить духовными истинами, и христианство как образ жизни, а не какой-то идеи непонятной, то это не мешает. Вот смотрите, говорю, я вам расскажу. Вот почему я написала «Плоды Духа Святого». Там была маленькая девочка, я говорю, вот смотри, все ведь мы хотим быть хорошими. Но мы не знаем, как это быть хорошими. А вот плод Духа Святого — это Бог помогает человеку быть таким, каким он должен быть. Вот любовь, например. Ведь нелегко любить, когда тебя не любят. Говорю, вот радость. Где взять силу радоваться, когда хочется плакать? Вот мир. Где сохранить мир, когда, вот, например, в Украине война? Вот милосердие. Воздержание, кротость. Говорю, где взять эти качества характера, если Бог нам не поможет? И она такая стояла, девочке 11 лет, с родителями, и они так прониклись этими работами, они говорят, мы даже не думали, что, оказывается, мы все нуждаемся в плодах Духа Святого. Я не человек настроения.
Я не живу настроением. Я считаю, что любое настроение, если ты, тем более верующий человек, ты можешь черпать у Бога. Если у меня нет настроения, то у меня нет такого понимания, что это должно вылиться в работу, это должно вылиться в семью, от этого должны пострадать мои дети. Все вокруг знают меня как человека улыбающегося, жизнерадостного, независимо от обстоятельств. Слава Богу, мне это удается уже очень много лет. Лет 20 назад, да, я начала с этим справляться. И слава Богу, это получилось. Поэтому в моих работах, чем хуже у меня настроение, тем лучше иногда работы. Потому что я, как бы справляясь сама, передаю эту радость людям. I was dead inside, and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you for saving me, thank you for love.